Привет, это я. Когда ты сможешь быть у нашего врача? Томас, не надо вопросов, приезжай скорее. Все готовы? На снимке видна крупная опухоль. И выпьем за Аню, чтобы она всегда была здорова. За тебя. За тебя. За тебя. За тебя, мама. Она неоперабельна. Сколько мне осталось? 3 месяца. Может, мы успеем пожениться до операции? Что мы скажем детям? Ничего. Я считаю, что детям нужно давать на 10% больше надежды, чем у вас самих. Но у меня вообще нет никакой надежды. Ты не обязан любить меня из-за скорой смерти, но пообещай, что будешь рядом. С тобой не всегда просто быть рядом, Аня. Тебе будут делать операцию внутри головы? Да, возможно. Мы собираемся пожениться. В этом платье моя мама вышла замуж. Волнуешься? У тебя точно хватит сил? Свадьба и день рождения в один день, чтобы вы могли вспоминать меня всего раз в год. И фейерверк у вас будет. Бесплатно. Требовался смертный приговор, чтобы ты очнулся, подавил свое эго и внезапно начал вести себя правильно. Ты против? За 30 лет практики мне встречались пациенты, которые сумели выжить при метастазах в мозгу. Сколько? Можно пересчитать по пальцам одной руки. Ты описываешь нашу жизнь как постоянную борьбу. Мы с тобой прожили разные жизни. Просто жизнь... не идеально. Надежда. Алло, состояние зубов меня уже не волнует. У меня неизлечимый рак, мне недолго осталось. Можете удалить меня из базы. В кино с 10 июня.